Так же нельзя, Саня. Наверное. Ты что домой не идешь? Да что ты ехал? А, ты меня увидел? Угу. Мясо взял и молока взял. Пойдет. Куда еще лучше? Домой собрался? А. Отгремела проверка весенняя. Ага. Мне домой собираться пора. Что ж ты смотришь, салага, невесело, провожая домой старика? Не плачь, не горюй, напрасно слез не лей, лишь только обними да поцелуй, когда вернемся с лагерей. Сколько лет изучали мы тактику, и, быть может, в суровом бою вспомним нашу курсантскую практику и ремонтную роту свою. Не плачь, не горюй, напрасно слез не лей, лишь только обними да поцелуй, когда вернемся с лагерей. Мясо еще взять? Да зачем оно тебе еще? Хватит этого? Хватит этого. 863 грамма. Почти килограмм. А? Пойдет. Давай еще возьмем. Курицу. Да хватит тебе, завтра возьмешь что-нибудь. Давай 200 рублей. 200 рублей дать? Давай. Домой поедем? Да поедем. Молока взял и мясо взял. Шашлык сейчас замариную. Или еще взять мясо? Да не, хватит столько. Сердце порезать, да? Не надо, мясо порежь. Да? И сердце, да, туда? Сердце с холодец сделаешь. Не, суп гороховый. Суп гороховый тоже надо. А? Как же я про него забыл. Салат ты приготовил. А. Зайдешь ко мне домой? Да зайду, приеду обязательно. Когда? Как стол накроешь. Да сейчас буду накрывать уже. Как порядок наведешь, как стол накроешь. А сколько время сейчас? Да ерунда совсем. Смотри на часах сколько. 5 часов. 5 часов по московскому времени. Все верно. Осталось 6 часов до Нового года. А, 7. 7. Да нет, 6. 12 еще, слышь, только Новый год. А, наступит. Ну да, да, 7, правильно. Это я попутал, извиняюсь. Ну что, домой поехали? Ага. Дай покурить. Накрывай, Владимир Иванович, стол. Делай дела, я заеду потом попозже. Посмотрю, как шампанское ты там... Шампанское выпьешь? Посмотрю, как ты там справляешься. Да, может, и выпью. Ага. Ты не пей, гляди. Нет. Молочка лучше джахнешь. А? Угу. Дай покурю. Тебе ж блок прислали. Нет. Не хочу. Спать надо ложиться, Саня. А стол кто будет накрывать? Сейчас накрою и спать ляжу. Пару часиков посплю, полежу, покурю и тебя буду ждать. Давай, договорились, пойдет. Че, поехали, все? Ага.